Доброго времени суток зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси. Вы на канале Роли Гейм Онлайн. И мы продолжаем играть в ROM Total War Remastered за Сципионов. В прошлом видео мы немножко с ними повоевали. С греками забрали у них Сиракузы. И планируем напасть на Карфаген. Ну, для того, чтобы нам напасть на Карфаген, нужно, конечно, сначала к этому подготовиться. Так, как же мы будем с вами готовиться? Значит, давайте гастатов и пока ждем. Пропускаем пока ход. Пускай все ребята пока побегают. Ребят, спасибо большое за активность под видео по поводу Total War. Очень приятно. Почти 30 просмотров, если я не ошибаюсь. Для меня это огромный результат, если вы понимаете, о чем я. Поэтому очень-очень приятненько. Правда, правда. Спасибо за комментарии, за лайки. Как вам вообще игра? Рассказывайте, что у вас нового. Что бы вы хотели видеть на канале, кроме Imperial Glory, конечно. Потому что уже от Imperial Glory просто подташнивает, наверное. Я слишком много в него переиграл. Ну, блин, как они долго ходят. Может, какую-то RPG. Или там какую-то шутер, какой-то хоррор, ужастик. Ну, хоррор, ужастик, это одно и то же, конечно. Ну, вы поняли, о чем я. В общем, рассказывайте, делитесь. Я люблю общение. Не потому, что там это как-то хорошо может повлиять на канал, а просто, ну... Я вообще сам по себе общительный человек. Давайте соберем получше толпу. Что у нас по деньгам? Что-то денег у нас маловато, конечно же. Маловато будет. Много статов все равно нужно нанять. Равно. Так, задание Сената провалено. Да, и хер с ним. Что они мне там обещали? Наверное, в честь меня игры провести. У меня пока довольство во всех городах нормально, поэтому не вижу смысла. Давай быстрее ходи. Ага, вот переключаем скорость анимации, чтобы она вот так всегда была быстрая. Я вообще не вижу смысла в этих анимациях. Почему я это не отключил в настройках, одному лишь мне известно. Если известно. Кстати, кого интересует такой вопрос, вот как моего товарища с канала Грастан, битвы морские так и происходят в автоматическом режиме, то есть без участия. Так, взять поселение Лилибей. Лилибей, это вот это у нас. Ну, пока нечем. 10 ходов. Будем стараться, товарищи сенаты. Бойцовские сведения. Угу, понятно. Удалить. Итоги периода, сообщение о наборе, строительстве. Все шикарно, все удалить. Так, а что у меня? Вы будете вознаграждены. Ну, надеюсь, вознаграждение будет нормальное, а не... Да, я понял, хорошо. Надеюсь, возрождение будет нормально, а не проведем игры в вашу честь. Нахрен они мне сдались, эти игры? Мне деньги, деньги нужны. Для войны нужны деньги, как они не поймут. Карфаген сам напал. Автоматическое сражение, безоговорочная победа. На чем, в принципе, я и говорил, что морские бои так и проходят в автоматическом режиме без участия. Карфаген сам напал. Негодяй. Еще раз, блин, ну тут уже будет очевидное поражение, согласен. Все-таки не терминатор это у нас. Так. Приказы? Коняшек еще сюда. Автоматически, безоговорочная победа. Убежал в твой город, да? Ну беги, беги. Дурачочек ты наш. Усиляем еще нашу армию. Здесь у нас скоро собачки построятся. Популярность в народе упала. Простые люди страстно не видят вас. И представляете? Это где? А че это они меня ненавидят? Рекомендуем пополнение Сиракузы. На данный момент будет разумно начать подготовку отряда гастатов в Сиракузах.
Да, ну если вы так думаете, давайте. А я гастатов не могу, у меня денег не хватает. Сейчас возьмем псов, добавим их в армию и пойдем штурмовать Лилибей. Лилибей хоть убей. И это я на нормальных налогах, и они меня уже не любят. Там какие-то стоят, какие-то там распри из Британии происходят, какие-то драки. И мы за этим наблюдаем, потому что там стоит посол Рима, бестолковый. Умер лидер фракции, Корнелий Сципион. Да, будут оплакивать его кончину. Как-то быстро он скончался. Вон уже там плохое настроение у нас из-за этого. Давай, шуруй туда. А настроение все равно плохое. Автоуправление. Очень высокие налоги. Нет, давайте просто высокие. Нормальные налоги пускай будут. Пускай буду меньше получать, но хотя бы у меня не будет бунта за спиной. Так, собачки готовы. Собачки готовы. Торговец. Это мой шпион, да? А ну вернись туда. Шпионь. Так, шпион убит во время задания. О, мы получили сенатскую должность. Вестер. Низшая должность. Ну понятно, совершеннолетний, умер лидер фракции. Все удалить. Тут у нас что? Объявлен союз. Британия, Дакия. Понятно. Тут тоже понятно все. 8 ходов до Лилибея. Блин, ну... Я даже не знаю. Они у нас такие все битые. Конечно бы по-хорошему... Пойти бы их перенабрать всех. Но это по-хорошему. Вон 9 вообще, блядь. Ну, нету смысла оттуда брать стражу, она бестолковая, она не поможет. Набор в армию. Да, смысл. Ой, ладно. Не-не-не. Не надо, не бери в голову дурного. Приемник лидера. Приемник, точнее, приемник. Приемник это типа как... Я, блядь, не знаю. Так, дипломат. Ну еще есть у нас дипломат. Пусть себе отдыхает. Пока мы не нуждаемся в его услугах. Тяжело будет взять. Лилибей. Учитывая, что у нас нету стрелковых воинов. Но мы попытаемся. По крайней мере, мы возьмем его в осаду. Сколько он там продержится? 7 ходов. Ну. 7 ходов мы. Ждать, конечно, не будем. Явлен союз. Ракедом Брутов. Интересные союзы какие-то пошли. Итоги периода. Мы в плюсе. Это радует. К наем. Гастатов. Здесь. О, торговец. А вот и торговец. А вот и бабуля. Давайте всадников. И что-то мы там порт строим. Постараемся подержать их как можно больше. Главное, чтобы сейчас не приплыло никакое... Что-то с вулканом, он пыхтит. Еще не хватало нам извержения. Главное, чтобы сейчас не приплыли никакие подмоги. Сообщение о строительстве, хорошо. Так. Давайте что-то строить, ребятки. Силище Сатурна бы построить.
Деньги есть, почему бы и нет. А дальше... Велитов надо. Понял? Велит и перебор. Так, здесь. Храм Сатурна. Улучшение. Хотя тут и так он неплохо идет. Рынок. Тогда рынок. Неважно, ждем. Боже, одна только музыка чего стоит. Просто капля ностальгии попала в глаз, и поэтому он слезится, я не плачу. Он адмирал, блядь. Бессмертный генерал-майор подплыл. Пусть плывет дальше, 5 ходов до сдачи, ждем. Ресурсы хорошо освобождены. Союз. Македония, Греча. Блин, Македония с греками, а греки у меня в войне. Так, давай. С греками. Эй, наше терпение не бесконечно. Греческие города. Давай прекратим огонь. Позорно. Я тебя понял, я тебя услышал. Да, что это вулкан дымит не на шутку. Сейчас, наверное, будет извержение. Я что-то вот одним местом чую. Кузница. Храм Сатурна. Давайте храм. Кто тут в Сиракузах? В Сиракузах мы строим, в Сиракузах мы нанимаем. Так, город растет. Мессана. Хорошо. Да, извержение Этны. Бог вулкан уничтожил греческий город Наксос, заставив извергать гору Этна. Граждан убито 1500. А почему бы и нет? В принципе, вот у нас уже застал вулкан. Это было предсказуемо. С моим везением это как раз. Храм Сатурна в Сиракузах. Я без вас знаю, мне надо здесь. Казармы, площадки. Чит-коды. Такую какую-то мне хрень советуют, если честно. Что там до сдачи? 3 хода. Ну, в любом случае они будут нападать, в любом случае. Они не дадут мне взять город без боя. Подкрепим наши войска, насколько это возможно. Лишним не будет, потому что, я думаю, придется, наверное, самим участвовать в битве. На авторасчете посчитать очень плохо. Друг. Так, давай, значит, мы пересмотрим. Союз мы убираем, мы только оставляем. Самое щедрое предложение. Все. Счастливо. Счастливо. Всего хорошего. Так. Есть. Немножко укрепили. Уже радует. 2 хода до сдачи. Кстати. Кстати. Минус 251. Нам Сиракузы надо брать быстро. Очень быстро. Дом Юлия с Британией заключил союз. Так, еще один ход остался до взятия этот. И, короче, даже если мы и провалим задание Сената, подходящий муж, конечно. Вот, даже если мы и провалим задание Сената, ничего страшного. Главное, что мы возьмем Сиракузы, разграбим их. Ой, не Сиракузы, а Лилитбей. Разграбим, получим денежку за это. Победа! Все, взяли. Значит, уничтожить.
Плюс 6 тысяч копеек. Добрый вечер. Чем могу вам помочь? Торговец. Лилибей. Так, что ты можешь? А, ты не можешь туда перебраться, да? Тебе нужно... Тебе нужно этот... Кстати, может, мы тебе подкупим? Могли бы мы поговорить с вами наедине? Подожди, а кого мы там... А, нет, короче. Скорых встреч. Не будем мы с тобой говорить наедине. Мы сейчас просто возьмем войско и казним тебя как собаку. Как тебе такой вариант? А? Охо-хо. Так, строительство... Так, ремонт нам ничего ремонтировать не надо. Вот что значит взять без этого. Так, стену. Стену бы мне. Можно себе позволить. Казармы ополчения. Римская арена, академия, дороги обязательно. Площадка для обучения велитов, кавалерии, боевые псы, оружейник, казармы. Канализация. Варварам сразу канализацию проводить тоже как-то неправильно. Так, нанять войско. Переподготовка вот у нас тут пошла уже. Давайте переподготовим наших ребят всех. А потом по этому, скажите мне, так, сенат распределил должности. Эдил. Административный чиновник. Квестер. Все, мы молодцы. Сенат нами доволен. А может и нет, но мне все равно. Главное, что мы взяли. Все, сейчас мы там тоже оставим наш гарнизон в виде городской стражи. Обязательно нужно этих велитов везде понаставлять. Шпион, ты смотри, подлюка такая. Чего ты там забыл? Агент разоблачен. Новый член семьи. Ничего интересного. Взять поселение Фапс. Ребят, ну вы же тоже как-то, я не знаю... Немножко угомоните свои таланты. Я ж не могу, блин, вот так направо-налево ходить, всех лупить. Так, переобучение. Городская стража, шпион, торговец. Городскую стражу, по обычаю. Так, корабликов у нас нету, да? Надо нам здесь... нанять кораблик. А мы не можем, у нас нету порта. В столице, в Капуе нет ни порта, ни стены, ни хрена нема. Кого мы можем здесь нанимать? Гастаты. Бестолково. Надо деревянную стену построить. Надо построить... Гастаты принципы. Конюшню. Порт, в конце концов. И... Сатурна. Свободный здесь. Когда вот я понимаю, что он свободный, ребят. Ну, пока нема ничего. Нема возможности. Нет флота, чтобы его перекинуть. Сейчас, кстати, надо будет... В Сиракузах, наверное... склепать флот, посадить туда торговца и попробовать его, что он из себя представляет в действии, что он вообще может монополию там какую-то устраивать. Я что-то где-то в интернете слышал такое. А там у них перипетии какие-то в Германии происходят. Германия, Британия, что-то все бегают, все кипишат. Как бы суету наводят, скажем так. Дипломатические сведения. Ничего интересного для нас. Удобно, кстати, панелька, мне нравится. В
Внезапное наводнение. Кто пострадал? А. Не у нас, да и хорошо. Че им там не нравится? А, это вы имеете за Сенат? Ради бога. Меня и не надо любить. Судя по заставке, которая была в начале игры, то мы вообще этот... Просили Сенат отправить нас на войну. Так. Терема. Терема-берема. Тяжелый, конечно. Давайте, если уже корабли, то нормальные, блин. Чтоб можно было хоть отбиться от флота какого-нибудь. А то сейчас начну перебрасывать войска туда, в сторону Карфагена. Еще какая-то лодка рыбацкая приплывет и надает мне по рогам. Обидно будет. Я, знаете ли, парень впечатлительный. Боже, что происходит? Но мы не в минусе, это уже радует. Вы знаете, я всегда так себя как бы настраиваю. Вот и со своими подсказками, что ты хочешь? Я знаю, что надо построить стену деревянную. Деревянная стена у меня уже есть, капаю. А, капаю, ты имеешь в виду здесь? Хорошо, построю, но чуть-чуть попозже. Ах, свободный ресурс для сведения. Карфаген Нумидия воюют. Карфаген с дом брутов. И ты, Брут, с ними зашел в союз. Волочуга такая. Не ожидал, не ожидал. Хотя от Брута можно ожидать все что угодно. Так, есть у нас уже первый наш кораблик. Шпион все пытается нас нахлобучить. Так, армия. А ну, мы так вот выскочку сделаем такую, посмотрим, что здесь по настроению. Нормально. А, мы уже не воюем, они уже нейтральные стали, да? Быстро вы переоболись. Ладно. Ладно. Я думаю, там войска небольшие. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Поэтому мы сейчас погрузимся. И поплывем вот сюда. Чик. И высадимся. Тем более, вон уже Карфаген взяли в осаду. То есть, Гент, большой город расширяется, капая. Отлично. Дом Брутов воюют с Карфагеном. Бруты такие, да? Несерьезные ребята. То... перемирие, то опять война. Не могу определиться. С такими друзьями и враги не нужны. Приветствую вас. Так, Македония, торговые привилегии, да? Благодарю. Почему вас. Бы и нет? Торговля-то хорошо. Торговля это прибыль, прибыль это деньги, а деньги это войны, а войны это война, соответственно. Еще кто-то к нам там с предложениями пришел, Галия. Все что-то ходят, ходят. Так, все, Карфаген уже взяли. Ой, слушай, и уже и эту берут. Слушай, ребята, дайте мне как-то повоевать с кем-то, да? Вот это начинается. Так, кораблик. Возвращайся за торговцем. Мы подождем пока что. Изобретение ночного насоса. Архимед изобрел первый в мире водяной насос. И, блядь, я рад сказочно.
Так, сейчас второй флот, как у нас будет, надо будет кинуть его в капу и забрать оттуда пару полководцев, просто полководцев, перекинуть их сюда, к Сиракузам, для того, чтобы оставить наместников, командиров. Потому что Лилибей мы взяли, там, конечно, хорошо, что есть городская стража, но надо, чтобы был какой-то полководец, чтобы он там суету наводил, в случае чего. Все так быстро происходит, не знаю, как-то непривычно. Или мне так кажется, ну какой-то такой движ-бодряк постоянный. Где там что-то бегают. Куча, давайте, иди захватывай. Я пришел захватывать, и тут уже кто-то захватывает. Ёлки-моталки. А вы кто вообще? Капитан? Кто вы? Я даже не знаю, что это за фракция такая. Так, что там, кораблик уже скоро у меня будет? А, это он и есть, наверное, тут же два сразу, да? Вот я дурачела. Так, давай, короче, к капу я газуй. А ты кто? А, ну это Македония, это понятно. Тут у нас все производится, у нас тут все персик. Так, денег у нас дофигища. Поэтому надо дворец правителя ставить обязательно, чтобы уже мы пошли развиваться. Еще кузницы у нас что ли нету? Вы это хотите сказать? Ну, нету кузницы, будет. Так, тут. Ухудшение культуры. Такое что-то. Академия. Форум надо ставить. Да и арену, наверное. Так, демографические сведения Германия, Галия. Ясно, неинтересно. Хорошо. 5 ходов. 7 ходов будет стоять. Ждем, ребята, быстрее. Двигайтесь. А, вон, Нумидия. Только что проскочило их название. А так Нумидия, кстати, нормально стоит, обратите внимание. Очень даже неплохо. Так. Все, мы наконец-то прибыли в Капую. Военачальник, лидер фракции, правитель. Давай хотя бы тебя заберем. Быстрее. Так, а тут мы что-то... А тут мы ничего не строим. Вот такие вот мы бродяги-симпатяги. Чистка земель не надо. Мощеная дорога 1200. Дороговато, но... Торговля внутренняя должна быть. Угу. 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 Понятно, пропускаем. Ну как понятно? На самом деле ничего не понятно, ну. Не успели мы сдать ПАПС. Очень жаль. Мы, наверное, уже его не возьмем. А нет. А нет. Наш шанс, наш шанс, наш шанс. Ух. Я думал, не успеем. Введение осады. Спасибо, что подготовили мне почву. Сколько они простоят? Тоже 7 ходов. Мы 7 ходов ждать не будем. Нам уже некогда. Понтов, Армения. Воюют. Союз. Ничего интересного. Потеряно, потеряно. Ой, вы знаете, я никогда не заморачивался по поводу этих должностей. Если честно. Вот честно, никогда не заморачивался.
Хотя надо бы, наверное. Так, давай-давай, чик. Сойти с кораблей и идти заниматься своими непосредственными обязанностями. Руководитель Либеи. Что-то Юлии так как-то слабенько. Я к этому моменту, вы знаете, вот когда в первый Рим играл, ну, я рассказывал в прошлом видео на ноутбуке, то я там такие уже делал, ветер такой там, у меня там постоянно драки были. Вот это уже все было мое к этому ходу. Все, нечего ждать, давайте штурм. Автоматом даже не хочу. Так, все, Фапс мы заняли, уничтожаем его и захватываем. И задание сената выполнено. Так, Фапс, переобучение. О, тут уже есть принципы. Тяжелая пехота. Радостно. Элита в себе возьмем. Сенат обратит особое внимание на вашу фракцию при назначении магистратов. Такой себе бонус. Такой себе бонус. Так, что здесь мы можем... Ремонтируем обязательно. Новую стенку делаем. Форум. Стрельбище. Вот это сразу видно продвинутый город. Дороги. Гильдия корабелов. И, конечно же, Сатурна. В общем, нагрузили их стройкой на кучу лет вперед. Я уже устал следить за их суетой движением. Новое задание Сената. А сейчас что? Торговое соглашение с Нумидией. Понятно, все ясно. Все понятно. С Нумидией будем торговать, почему бы и нет. Так. Строительство идет, переобучение идет. Так, вот здесь мне не нравится количество воинов. Давайте как-то поддержим их немножко. Переподготовочку сделаем. А вот, кстати, и Нумидия. Так, давайте тогда делаем так. Грузим этого раз. Ой, а где мой торговец? А где бабуля? Куда он делся? Интересно мне знать. Готовы поднять паруса. Агенты. Так, ну давайте прикинем сюда дипломата тогда. Да, капитан. Че? А, да, Тони. То не то. То не то. Вот он, торговец. Торговать Фапс.
Вытеснить. Ага. Недорогой ФАПС. Интересненько. А, вытеснить это, чтобы вот это, наверное, та фишка по поводу этого. Что ты становишься магнатом ресурса. Наверное, так. Суетологи вы мои, прекращайте. Слышите там звон мечей где-то? Так, высаживаемся, высаживаемся. Хорошо. Давай сюда идти. Конечно, нужно. Подходящий муж. Уверенный чиновник. Отлично. Свадебные торжества. Конечно, давайте. Я эти деньги зарабатываю таким тяжелым трудом, храблю тут, убиваю людей, а вы их потом тратите на свои свадьбы. Конечно, конечно. Ну да, ну да, нахрен я нужен. Так, ребятки, на этом, наверное, все. Значит, в принципе, считаем мы так продуктивненько сегодня так с вами. Лилитбей взяли, о, ФАПС взяли. Казань брал, Астрахань брал. В общем, все взяли, что можно. Нормально себя чухаем в плане финансов, в плане войны. Поэтому медленно, но уверенно идем к победе. С вами был Рось, это был канал Ролик Гейм Онлайн. Всем до скорых встреч и пока-пока.